Так, ребята, ну что, поехали драться с Серегой. Серега Винников против нас на таком бойце, как Эйдес. Ой, нигде. Хороший боец. Побеждал нас два раза, то есть очевидно, что хорошо играет. Будем пытаться перебивать, ну как обычно, будем пытаться перебивать стойки. Если не будет получаться, тогда перейдем к борьбе. Возможно, добавим немножко клинча, чтобы он занервничал. Так, немножечко добавим, борьбы в нашу игру. Исключительно ради того, чтобы он боялся ее. Чтобы наши удары в голову проходили лучше. То есть мы сейчас раздергаем его борьбой. Что у него есть такая херня. Он у Ника топор этот. Блин, опасно, я что-то. Надо прагматичнее. Потому что что-то башки у меня-то нет уже. Блин, ни от одной вертухи не тепнул. Блин, ладно. Играем пока сложно, честно скажу, пока прям сложно. Но, блин, такие бои интересно смотреть. То есть, если бой бы был бы такой односторонний, ну кому бы это было интересно. Хорошо, что он хорошо играет. Хорош. Я даже не знаю, кто первый раунд забрал. Мне тоже нужно вертухи крутить. Я застоялся возле него, даже не знаю. Молодец.
Хорошие комбины знает. Хорошие комбины. Блин, а, не, его же. Опять почему-то пробил я его, но влетел куда-то в нокдаун я. Хорош. Блин. Реально. Жесть. Хорошо, хорошо. Красава, просто красава. Просто красава. Это было круто. Это было круто. Ну, нормально, нормально, ребят. Что я могу сказать? Этот раунд точно за нами. То есть предыдущий раунд я вот не знаю за кем. А этот раунд за нами. Так что все хорошо. Хорошо. Мы даже выровняли голову. То есть в прошлом раунде по голове он меня как бы опережал. А в этом раунде уже нет. Жестко. Вот да, самое опасное это брать клинч, когда у тебя нет когда у тебя нет головы. А? Сейчас главное успокоиться и потихонечку отработать этот раунд так, чтобы забрать его. Так, ребят, если вы помните прошлый бой, то он закончился приблизительно так же. Вот просто сравните, сравните, ребята, эти бои, и вы поймете, что я победитель по жизни. Просто победитель по жизни. Все, ребят, всем пока.